Potrivit unei versiuni, găgăuzii au venit din munții Altai în Balcani, pe teritoriul contemporan al Bulgariei. Sunt vorbitori de limbă găgăuză, o limbă turcică. Unii istorici spun că găgăuzii, împreună cu alte popoare creștine din Balcani, au venit în Europa din stepele Asiei Centrale în secolul al VIII-lea. В исторической науке есть 21 гипотеза, даже не теория, потому что считается, что теория – это более развитая уже вот эти гипотезы и так далее о происхождении гагаузов. Я вас уверяю, что еще до сегодняшнего времени нет единого мнения по тому, кто такие гагаузы, откуда они. Более-менее выкристаллизовывается мнение то, что гагаузы имеют под собой тюркский субстрат, то есть это, вероятно, у нас агузы, печенеги, протоболгары. В средние века они принимают православие, будучи язычниками изначально. Изначально были язычниками племена. Потом принимают православие, и когда наступает османское нашествие, и есть и религиозный гнет происходил, а сохранение произошло за счет фанатичной веры. Фанатизм был у гагаузов. Они были еще в качестве свойства характера, упрямства, упорства. И, кстати, гагауз – одна из версий этимологии самого этнонима, то, что это упрямые, упорные, которые отстаивают свою точку зрения. În anii 1806-1812, când Bugeacul a trecut din stăpânirea otomană în stăpânirea rusească, turcii și tătarii musulmani au fost alungați, fiind înlocuiți prin găgăuzi și bulgari, dar și alte popoare, precum germani, elvețieni, albanezi. Din schițele etnografice aflăm că după 1812, găgăuzii au obținut pământuri alături de alte popoare care s-au mutat pe aceste teritorii, iar principala lor ocupație a fost agricultura și viticultura. Вставал вопрос перед Российской империей, чтобы заселить эту территорию с населением, которое будет в первую очередь христианским, потому что нагайцы были мусульманами. Гагаузы и болгары как никто лучше подходили под критерии, которые Российская империя поставила, потому что они на тот момент уже 4,5 века находятся в составе Османской империи, испытывают на себе тяжелейшие репрессии, притеснения. Это религиозные, например. Указ русского императора Александра I от 29 декабря 1819 года – очень важный указ, который предопределил и судьбу дальнейшую гагаузов и болгар в Буджаке, когда им объявляются привилегии. Каждая семья получала 60 десятин земли. То есть по современному это плюс-минус 60 гектаров земли. Не менее важное – это освобождение от рекрутской повинности. По моему мнению, самая главная привилегия, которую получили тогда переселенцы, это, конечно же, так и она называлась – свобода вероисповедания. O altă perioadă importantă este cea interbelică. Гагаузы не восприняли в начале установления румынской власти. Даже в Сватулцери был орган, да, вы знаете, первый парламент Бессарабии его называют. В этом органе была болгаро-гагаузская фракция, она так и называлась. 27 марта 1918 года, когда было проголосовано за объединение Бессарабии с Румынией, и тогда со стороны болгаро-гагаузской фракции выступил Крести Мисирков, в которой сказал, что мы воздерживаемся от голосования. Потом уже происходит адаптация к новым реалиям. По моему убеждению, именно в этот момент происходит вот эта кристаллизация и разделение искусственное гагаузов от болгар. В 1930 году в Румынии проходила перепись населения, где впервые гагаузы проходят как этническая группа. То есть до этого нигде не было переписи указано, что они гагаузы, как они были, как я говорю, как болгары, или по языку были как бы турки. Да? Сюда приходит турецкий посол Абдулла Субхи Тенрьовер в 1931 году,
И здесь именно вот начинается вот отправная точка сближения гагаузов с турками. Ambasadorul Turciei, Abdullah Subi Tarnyover, a făcut tot posibilul ca atunci în Basarabia să fie invitați profesorii din Turcia, care în mare parte erau originari din Dobrogea și care au început să predea în școlile locale în limba turcă. Acest lucru a devenit posibil și datorită legislației de atunci din România, care prevedea posibilitatea organizării procesului de învățământ în limba minorităților etnice în localitățile unde acestea constituiau o majoritate. În 1944, când teritoriul Basarabiei a intrat în componența Uniunii Sovietice, găgăuzii au trecut convențional prin două etape. Я считаю, что надо разделить советский период, если мы говорим для этой территории, на два этапа. Да? Это тяжелые 40-е послевоенные годы, это голод 46-47 года, то есть это как раз вот в 46-47 году пострадали более всего как раз южные поселения. Когда мы уже говорим о 50-х годах и дальше, да, уже происходит вот это их развитие. То есть они получают и свой алфавит, да, который был разработан на основе кириллицы. Dacă anterior găgăuzii învățau în limba rusă, română,